Ты не можешь нам вернуть деньги и заниматься этим самым автотехникой, у которой основного капитала и основных средств на сумму гораздо больше, чем наша задолженность вместе с банками. У зала суда толпятся десятки обманутых клиентов автотехники. Напомню, что беспрецедентный скандал вокруг салона разгорелся весной прошлого года. Он исчез за один день, оставив людей без машин и без денег. В полицию посыпались заявления пострадавших. Генерального директора автосалона Сергея Шумакова подозревают в преднамеренном мошенничестве. Прихожу в автотехник, мне машину не дают. Они мне показывают, вот стоит ваша машина, ждем ПТС. Сигнализацию установили, вот ваша машина, но нету ПТС. ПТС там где-то в банке или что-то. Одни и те же машины показывали десяткам людей, пострадавших 159 человек, и это не окончательная цифра. В залоге у банков находится почти все имущество автосалона. В общей сложности долг автотехники перед банками, сотрудниками и клиентами составляет более 121 миллиона рублей. При этом размер активов 269 миллионов, но это лишь по бумагам. У должников, значит, там деятельность не ведется, восстановление платежеспособности невозможно. Организация отвечает всем признакам вопросов. Вы готовы выплачивать в это кредиторам это то, что вот они заявили? Речь идет не о моей готовности. Суд признал автосалон банкротом. Многие пострадавшие изменились в лице. Для них это прозвучало как приговор. Дело в том, что люди начнут получать средства в последнюю очередь, после погашения задолженности перед банками и другими организациями. А все идет какими-то законными путями, когда могут сейчас по дешевке кто-то хапнуть за хорошие деньги, помимо по дешевке купить. И этой суммы нам не хватит, чтобы нам вернули деньги. Вот и все, куда дальше? Такой международный суд. В семье Архиповых ожидает ребенка. Автомобиль в салоне, как и многие другие, семья приобретала в кредит. И теперь вынуждены выплачивать деньги за воздух. Люди находятся в отчаянии. Некоторые пришли в суд, чтобы лично поговорить с генеральным директором автотехники. У многих еще теплится надежда на то, что они смогут вернуть свои деньги. В прямом смысле прямой мошенничество, потому что как вот так можно людям показывать автомобили, если вы посадите, мы денег не увидим. Как бы нам проще вначале деньги от него стрясти, а потом уже пускать, что с ним хотят и делать. Знаете, я бы был доволен, если бы вернули те деньги, потраченные нервы. Я уж не говорю там моральный ущерб, мне хотя бы вернули мне, чтобы рассчитаться с банком. Марина Евстратия, Илья Чечин, РЕН-ТВ, Пилот.